Так, поездил еще маленько. Так, получается, раз, два, три, четыре, на пятом отверстии. Сегодня у нас 12 мая. Как в лес по дрова, так коня кормить. Сегодня поеду на разведку боем, попробую, посмотрю, что там на сенокосе, что на участке, где под картофель. Не знаю, попробовать заборонить сначала. Попробовать раскидать суданку. На участке хочу суданку попробовать посеять. На корм бычкам, на подкормку косить, короче. И посмотреть, что это за трава. И растет она в Сибири у нас или нет. Также и про люцерну. Суданки взял 5 килограммов. А люцерны 1 килограмм. 3 килограмма. Там травосмесь. Овсяница тростниковая, по-моему. Луговая, там, по-моему, Тимофеевка, не помню. И 5 килограммов клевера. И взял 10 килограмм карбамида мочевины. Мочевину буду пробовать раскидывать на сенокосном поле. Посмотрю, либо на вспаханный участок, либо так просто, короче. Семян что-то все в кучу собрал, что-то до хрена получается. У меня столько площадей, по-моему, не будет сеять. Не знаю, я посмотрю сейчас по месту. Земля подошла, не подошла. Дня 3 назад, наверное, ездил на участок. Там сыро было. Заходишь, прям еще, короче, тонешь по щиколотку. Сейчас погода устаканилась у нас. Что-то, смотрю, жара второй день. До 25. У некоторых, смотрю, в Нижневартовске снег еще лежит. Люди в шапках ходят. У кого снег выпал, заморозки, все побило. До хрена, короче. У кого все позамерзало. Погода чудит, короче. Непонятно. Так. Это все. Я говорю, жара у нас. Масло есть? Есть. Масло надо будет менять. Фильтр надо продувать будет. Еще ТО, короче, будет. Так, сейчас ставлю. Его разбрасывать. Сейчас уже потяжелел. 30, наверное, стало уже. Так, по семенам взял вот такую вот травосмесь. Что тут, овсяница тростниковая, тимофеевка и овсяница луговая. 2,5, не 3 килограмма. Так, проверял на схожесть, ходит. Тут что? Тут суданка. Суданка 5 килограмм. Да, видно, не видно будет. Такие вот семена. Суданка 5 килограмм. Здесь люцерна изменчивая килограмм. И клевер. Клевер 5 килограмм. Наш местный, наверное, по 150 рублей килограмм, не знаю, но может еще буду брать, просто так раскидывать на сенокос. И 10 килограмм карбамида мочевины.
удобрение, минус доставки, короче, порвано. Вот здесь это как она перевернутая была, короче, вот тут вот, вон она, вот порвана была, минус доставки Marketplace ВБ нафиг. То есть вот она порвана была, ну взвешивал вроде там что-то 300 грамм не хватает, хрен с ним. Главное пришло. По ценам я уже не помню, клевер только помню, сколько 150 рублей килограмм стоит. Где-то вот это на пятак, наверное, выходит. Я уже не помню. Поеду раскидывать сейчас. Так, сейчас загружаюсь, наверное, сюда. В эту херню. Ладно, короче, на сенокосе, либо на участке. Встретимся, наверное, на участке. Загрузил. Сейчас поеду сначала на участок, посмотрю, что там, а потом уже на сенокосное поле. Вот это все поголовье с деревни. Мы льду убрали, вроде чистенько, нормально. А здесь срач. Едем, короче. Так, приехал на участок. Сейчас обязательно надо вот так вот сделать. Клещей нахрен, ё-моё. Трава полезла нахрен, мусор. О, какая-то херотень полезла уже. Блин, так-то сыро. Идешь, вроде сильно не провалишься, прям земля лопается вон. Надо вот эти трещины закрыть. Так, наверное, попробую я просто заборонить тут, чтобы закрыть влагу. Смотрел там, что-то всю неделю жарить будет. Сейчас тут попробую, а там не знаю, буду сеять я суданку. Здесь это участок под картофель, а здесь прошлый год я сеял и ячмень нахрен. Короче, у меня травой зарос. И ни хрена я с этого не взял. Блин, а тут сыро. Так, надо попробовать все равно заехать. Будет трактор тонуть, не будет. Еще не ясно. Но земля вон лопается, прям видно. Сохнет. Так, и мусор попер. Да, вон он, мусор только первый начинается. Начинается, короче. Попробую заборонить сначала, а там видно будет. Так, сначала там попробовать. Будет трактор тонуть в этой херне, не будет. Лишь бы тут не остаться, не засадить его. Блин, ну идешь, проваливаешься маленько. Сейчас попробую, посмотрим.
Ладно, поехали. Все готово, земля сырая, но трактор вроде не тонет сильно, так поцарапал, короче, пойдет. Здесь все сейчас туда. Хорошая, хорошая погодка. Так, что, тут сейчас попробуем? Так, пониже не первую, но... Поехали. Посмотрим, может, блядь. Не так-то, в принципе, но сейчас попробую. Лишь бы тут не остаться. Thank you.
продавливает где-то, наверное, сантиметров 5. Ну прям сыро вообще. Но сорняки полезли, вон. Видно, прям вон она, зараза, пошла это нахрен. Короче, надо сеять. Вон она. Полезла хренотень вся эта. Сейчас забороню, попробую, потом буду раскидывать сюда. Ладно, работаю. Так. Заборонил этот участок. Местами прям сыро, трактор тонет нахрен, не знаю. Сыро, очень сыро. Вон она прям аж чача. Ну попробую, не знаю, сейчас раскидать сюда. Ждать тоже не знаю нафиг. Завтра на работу, 2 дня потери, она может пересохнуть нафиг. Хрен его знает. Или подождать. Не, наверное, раскидаю. Пока туда-сюда, чтобы семена разбухли. Попробую. Надо и на покосе там тоже нафиг. Не знаю, пробовать. Сейчас пробую испытывать, разбрасывать их на суданке. Как кидает, сколько открывать, непонятно. Так, ладно, сейчас выгружаю. Так, поставил на 3-е отверстие и буду включать, наверное, 2-ю скорость. Первая скорость. Так, открываем заслонку. Включаем моторчик. Что-то крутится, нет? Так, вылез минус. Вылез минус. Целый и широкий выбор товаров для дачи и отдыха. Например, покури пока нахрен. Ага. Короче, вон она что вылезла нахрен. Бак, получается, ушел вниз, видать, и цепляет за болтик, вот за это закрепление. Что-то и редуктор погнуло, что ли, на тарелку. Не поймешь. Где-то тарелку погнул. Скорее, а, вот, тарелку погнул, наверное. Видать, когда... Да, скорее всего. Вот этот. Погнул тарелку, наверное. Блин, она алюминиевая, тоненькая. Видать, когда, может, таскал. Так-то бак. Не знаю, на месте стоит. Тут хомутом зажаты. Погнул, наверное. Так, ну-ка, надо сейчас попробовать не на заведенном тракторе, как будет сыпать. Потому что ни хрена не слышно, ни хрена не видно.
Так, а массу, ну, как оно будет сыпать на этом отверстии, который я поставил. Так, на третье отверстие. Работает, работает. Так, ставлю. Это что получается? Первая, вторая скорость. И открываю заслонку. В этом сыпечу нет. Это мало будет. Так, закрою. Так, надо, надо. Больше. Ветер поднялся. Так, поставлю на четвертую. Семена крупные. Семена эти крупные. То есть вот. Похоже на, как у нас на работе веники дают. На такую же херню, короче. Так, сейчас попробую так. В четвертом отверстии. Так, включаю вторую скорость и открываю. Ладно, она пусть так открыта. Скорость побольше сделать. Так-то тут накидало уже прилично. Так, тут. Тут не видать. Короче, хрен пойми. Наверное, еще больше открою. Да, в принципе. Не, пусть так будет. Лучше поезжу подольше и поразбрасываю. Посмотрим, что будет. Так, кидает он, получается, в эту сторону больше. Ладно. Так, ладно, езжу, короче. Разбрасываю. Так, разбрасываю, получается, на первой скорости. Здесь третья скорость, там не помню. Раз, два, три. На третье отверстие. Хожу, получается, правым колесом по следу. Сыпет мало вообще, как бы это сейчас пока настройки эти все поймаешь. Трактор даже тонет, получается. Вот в этом месте сыро вообще. Обхожу правым колесом по свету, получается. На первой передаче обороты 1100 примерно. Там открыто, не знаю, даже на третье отверстие. Сейчас поезжу кругами, посмотрю, как кидает. Если что, может быть, еще больше открою, еще проедусь, короче. Непонятно, сколько это сеется, короче, хрен пойми, это только опытным путем все это дело можно будет высчитать. И тем более семена сейчас. Суданка один диаметр, твой размер, что там еще, клевер и люцерна
там вообще мелкие семена, и получается овсяница, и это Тимофеевка, там тоже мелкие семена, то есть непонятно сколько открывать. Короче, лучше несколько раз поездить опытным путем, все это дело потом высчитается. Это я специально видео для этого снимаю, чтобы мне потом знать, как что делалось и сколько открывал, сколько ездил, как ездил. Короче, как-то так кидаю. Так, поездил, получается, против часовой стрелки и по часовой стрелке. Получается, уже как прикатал нахрен следами. Так, что тут у нас? В принципе, вот семечко, вот семечко. В принципе, равномерно все раскидалось. Вот, 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 вот. То есть вот если взять. Раз, два, три, четыре. Тут примерно, в принципе, нормально. Осталось еще что-то до хрена семян. Так, тут что по краю? Так, вот семечко, вон, вон. В принципе, нормально. Здесь развороты побольше будет. Так, надо центр посмотреть. То есть я прошел против часовой и по часовой. Земля сырая, не знаю, что с этого выйдет. Я тут затоптал, все получается. Как прикатывание. Так, а что семечки? Вот. Вон, вон, вон. Тут что-то нет ни хрена. Осталось еще вон сколько, ну. Раскидал, получается, против часовой стрелки и по часовой стрелке. В принципе-то, может быть, и хватит. Ну, вот если посмотреть. Так, вот семечко. Там, там, там. По следам, вот, 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 вот. В принципе, хватит, может. Не, наверное, сейчас еще поезжу, подкрою. Переставил. Раз, два, три, четыре. На пятое отверстие. Так, сейчас камеру поставлю вот сюда вот.
Так, поездил еще маленько. Так, получается, раз, два, три, четыре. На пятом отверстии я уже не помню. Это, по-моему, 50%, по-моему, открыто, что ли. Или нет. Или 30, наверное, скорее всего, процентов. Это на покосе, наверное, попробую раскидать. Будет она там расти или не будет. Оставлю, короче. Так, что тут у нас? Ну, в принципе, вон, до хрена тут уже хватит. Тут тем более развороты были. Я не выключал на разворотах, потом под конец начал уже выключать. Тут я закатал, уже не знаю, вылезет она, не вылезет. С такой чачи, блин. То есть, если по следу смотреть, даже, грубо говоря, вон они, семена, видно, не видно будет, хрен его знает. То есть, уже это уже хватит, наверное. Сейчас это дело забороню нафиг. Еду на покос. В принципе, вот. В принципе, нормально должно быть уже. Хватит, наверное. Сейчас забороню и еду на покос, короче. Все, хватит. Так, раскидал. Заборонил. Вдоль и поперек. Как попало, короче. Закатал, грубо говоря. Не знаю, но вырастет, не вырастет эта суданская трава. Посмотрим, видно будет. Семян вроде не видно. Значит, что за дело вообще? Не вижу семена. А зато вот эта хренотень уже растет. Надеюсь, суданка вылезет раньше, чем... Нет, вот семечку нашел. Охренеть его. Расти нахрен. Посмотрим. Суданка стоит, по-моему, 500 рублей. За эти 5 килограмм я отдал. Или 600, не помню. Посмотрим, стоит ли этим заниматься вообще. Растет ли у нас она в Сибири. Нет, вон семена есть незаделанные, но это хрен с ним. Стоит ли этим заниматься вообще? Посмотрим. Так-то хвалят эту траву суданскую. Вот она в Сибири растет только или нет, не знаю. Посмотрим. Сейчас ворота закрываем и на покос, на покосное поле, на сенокосное поеду травы раскидывать. Проткнул мешок карбамида мочевины, маленько тут раскидал. Баранами, короче, зацепил. Вот здесь вот. Вот здесь вот зацепил баранами и маленько, короче, закинул туда, потому что сыпалось все. Вот. Еду на покосе включусь, короче, на сенокосном поле. Здесь все. Там заборонено это под картошку, а здесь под суданскую траву будет. Если она вырастет. Ладно, все. Еду на сенокосное поле.